Я очень благодарю вас за эти аплодисменты и постараюсь вам отплатить. Да, мне предупредили, что желательно, чтобы вы задавали вопросы. Я не уверена, что вы успеете их задать, потому что я думаю, что, может быть, я расскажу и сама все, и даже более, чем вы бы хотели. Поэтому ваша задача в том, чтобы вовремя меня остановить. Мне кажется, что линия жизни, она выстраивается от пересечений. От пересечений с чьими-то жизнями, с какими-то явлениями, с какими-то событиями, с тем, что произвело на тебя то или иное какое-то сильное, мощное впечатление или оставило в тебе какую-то эмоциональную память. Моя творческая жизнь началась очень рано. И стаж у меня примерно с 3 лет. Вполне, так сказать, жизнь складывалась в этом смысле банально, потому что все девочки хотят быть артистками, все мальчики хотят быть летчиками. У кого-то эта болезнь проходит с годами, кто-то вылечивается, а кто-то становится хроником. Наверное, вот таким хроником я и являюсь, потому что меня это, к счастью, не покинуло. И я помню, что года в 3, наверное, или в 4, я была уже артисткой с репертуаром. Причем репертуар был мой даже, пожалуй, побольше, чем сейчас он у меня есть. Потому что мама иногда, значит, меня брала там с собой на работу, если ей было не с кем меня оставить, и говорила: ты здесь побудь, но никому не мешай, со значением говорила, смыслово. Когда она возвращалась через какое-то время, значит, она видела одну и ту же картину, поэтому она не зря мне грозила пальцем. Большая была какая-то комната, посередине этой комнаты стол, на нем стояла я, вокруг меня были зрители, и я читала стихи. И мама каждый раз говорила: и давно она так? Они смотрели на часы и говорили: да часа полтора как читает. Ну, конечно, аплодисменты в конце должны были быть. Я думаю, что вот любовь к аплодисментам, она у меня до сих пор, так сказать, осталась во мне. Потому что я очень люблю аплодисменты, скажу честно. Вот, как удачно. Все-таки я напросилась на еще одни. Но настоящий такой ожог, я бы сказала, ожог, который остался во мне и до сих пор, я думаю, от понятия театр и что такое театр, произошел со мной несколько позже. Это было в Мариинском театре. Шел балет «Щелкунчик». Это было лето, но на авансцене шел снег. Я ни одной секунды не сомневалась, что это настоящий снег. На заднике был нарисован какой-то замок. Там горели окна, я была абсолютно уверена, нисколько не сомневалась, что это настоящий замок. И по авансцене в прекрасных каких-то костюмах шли гости. Я была до такой степени потрясена, что просто у меня такой спазм, который меня не оставлял потом много-много лет. Я тогда поняла совершенно ясно для себя, что судьба моя решена, и что все, путь мой выбран. Я буду балериной и думаю: боже, как же это прекрасно. И, конечно, финал спектакля, а в балете это еще как будто одно действие, потому что никогда в драматическом театре, в общем, такого не может быть, в принципе. Когда кончается спектакль, и отовсюду, с балконов, из зала летят цветы, и они еще как-то их как красиво как-то ловят, так ухитряются поймать еще, чтобы не в лицо им эти цветы полетели, а как-то они их ловят прекрасно. Я думаю: боже мой, еще вот эти цветы, эти аплодисменты, они выходят и выходят бесконечно. Я думаю: вот это, я буду балериной, и буду вот так стоять, и будут сыпаться цветы, и я буду прекрасна. Прошло много-много лет. Галина Борисовна не даст мне соврать. Мы поехали на такие большие, серьезные гастроли в Сиэтл, где проходили игры «Доброй воли». И мы там должны были 1,5 месяца играть. 2 наименования, 3 сестры и крутой маршрут. И вот первый спектакль, естественное волнение, мы все трепещем, потому что встреча с совершенно другим зрителем. Знаете, кто кого победит. Ну, а русские артисты отличаются своей глубиной, скажем так. Мы хотим так думать, глубиной страдания, по крайней мере, глубиной страдания. И поэтому спектакль, значит, построенный по всем законам Станиславский плюс Волчек. А Волчек вообще, так сказать, как человек максималистически настроенный и
любящий нечеловеческую энергию, которая должна быть направлена, значит, со сцены в зал, чтобы зал вот так говорим, закричался, ой-ой-ой-ой-ой, налетели. Начинается спектакль, и какая-то странная реакция идет. Люди смеются, вот что бы мы ни сказали, вот любую фразу там, не свисти, Маша, хохот в зале, ничего смешного, для русского человека ничего смешного нет. Там, что вы хотите этим сказать? Ужасно страшный человек, говорит Маша. Соленый отвечает, ничего. Хохот невероятный. Мы в ужасе уже переглядываемся и не понимаем, что это обозначает, и чем будут нас закидывать вообще в конце спектакля. И знаем, что американский зритель вполне непосредственный и может вообще уйти из зала, и там жует свой корнфлекс, а потом возьмет да и уйдет. Потом так тише в зале. Они перестают смеяться, потом они перестают улыбаться. А потом мы слышим, как кто-то шмыгает носом, а потом как кто-то, значит, сморкается. Мы понимаем, что до слез мы их все-таки довели. И думаем, ну, американцы, мы вас взяли. Город взят, знаете. Кончается спектакль, тишина мертвая. И мы стоим, и аплодисментов вообще нет, мы даже не понимаем, до такой степени потрясены или до такой степени это ужасно. Такая пауза, которая, знаете, вот для артиста длится она вечно. И вдруг, значит, шквал такой, как мы любим, нечеловеческих аплодисментов, весь зал встал, и начинают сыпаться цветы. Сверху и из зала, отовсюду, и вся сцена, вот так вся, засыпано цветами, и мы стоим, каждый, вот с такой охапкой. Я стою и думаю, боже, наконец-то я балерина. Вот. Как прихотливая и странна память, и как прихотливые эти жизненные какие-то витки. Как они странно о чем-то тебе говорят или на что-то тебе намекают. Мы жили в Ленинграде, и там, в каком-то возрасте, не знаю, 7 лет, может быть, мы шли с мамой по Васильевскому острову. И это было время, когда было очень модно покупать фотографии артистов. Ну, естественно, что это были лица Стриженов, Тихон, ну, красавцы вообще, так сказать, того времени. Настоящие причем. И я этой болезнью никогда не страдала. И вдруг ни с того ни с сего, проходя мимо Союз печати, вдруг маме сказала, купи мне, пожалуйста, вот эту фотографию. Мама была удивлена, купила фотографию. Я на нее смотрела, прижимала к сердцу и так на нее поглядывала, когда мама отворачивалась, я ее целовала даже. Но это была фотография Василия Васильевича Меркурьева, который совершенно не вписывался вот в эту, так сказать, ни в какую эту категорию. Почему именно на эту фотографию я выбрала из всего вот этого прекрасного набора, я объяснить не могу, это объяснилось потом. И прошли опять годы, и я стала поступать в театральный институт. Я ни секунды не сомневалась, что я туда поступлю. Ну как, я такая прекрасная, и вдруг меня, и я так это люблю, кто же, если не я? Максимализм, наглость и дерзость юности. Театральный институт в Ленинграде единственный, поэтому там конкурс нечеловеческий, 150 человек на место. Но это как-то меня даже никак не смутило даже, я бы сказала. Я пришла так спокойно поступать. И вдруг, оглянувшись, я увидела, что тут как-то какие-то люди-то совершенно другого фасона ходят. Какие-то красивые девочки, прекрасные, высокие. Какие-то молодые люди, дивные тоже красоты. Такие какие-то смелые. И я на этом фоне понимаю, что я потери большие терплю. Потому что, ну, никаких оснований таких, чтобы сказать, ой, вот это прям пришла, вот она артистка, видно сразу. Никаких оснований для этого у меня не было. Я, так сказать, вполне была нехороша собой. Я была очень худа. У меня был какой-то такой небольшой красоты хвост какой-то задрипанный. И самое ужасное, что я была в юбке. А фигура моя была такова, что часто потом говорили, что ты, кончай стоять на руках, встань на ноги, в конце концов, потому что они были такой же худобы, как и руки. И потом уже много лет спустя, когда мы с Костей Райкиным плакались друг другу в жилетку, он про свою некрасоту,
а я про свою, значит, дефекты своей фигуры, он меня всегда утешал. Благородный человек. Он мне говорил, не знаю, а мне нравится. Вот ты говоришь, ноги там. А мне нравится, они так извиваются. И я всегда думаю, интересно, наверху они попадут куда надо или нет. Но это говорит о его замечательном вкусе, я считаю. В общем, с этим изгибом я пришла в театральный институт вот в такой юбке и понимаю, что мне нужно что-то нечеловеческое сделать, что как-то мне нужно, ну, обратить на себя внимание чем-то, ну, что-то такое сделать такое, чтобы они, в конце концов, посмотрели и сказали, а это кто такой, иди сюда, ты нам как раз нужна. И вот эта комиссия, и они уже так тоскливо думают, ой, еще одна какая артистка подтянулась. Ну, как фамилия? Уж такой глаз вижу, не заинтересованный во мне. Как фамилия? Ниёлова. Что? Еще думать не слышно. Как фамилия? Ниёлова. А как зовут тебя Ниёлова? Марина. Ну, давай, Марина, что будешь читать? Я... Отрывок из романа Толстого «Война и мир». Думает, боже мой, опять «Война и мир». Они уже возненавидели Толстого, бедного, за это время, потому что все читают Толстой и, конечно, первый балл Наташи Ростовой. Но это не на того напали. Я, конечно, не первый балл Наташи Ростовой. Но они думают, опять Толстой. Говорит, ну, давай, читай. Я, значит, встала и заорала нечеловеческим голосом, вот как ерехонская труба. «Марья Львовна Карагина с дочерью!» Все, о, вот так. И как-то подпрыгнули. Думаю, боже мой, в таком теле, значит, такой голос. Но самое страшное испытание, конечно, меня ждало, когда сказали, что конкурс по пластике, и мне нужно, всем нужно прийти в купальниках. В цельных купальниках. Боже праведный. Ну, у меня вообще из всей фигуры, честно скажу, был только профиль. И вдруг вижу, а рядом стоит какая-то, ну, просто невыгодная по всем статьям красавица. Вот такие глаза, вот такие ресницы, волосы вот так. Фигура, все такое у нее на месте. И я рядом с ней, ну, пособие натуральное. Вот как эти такие должны в артистке, а вот чтобы просто видно было, кто артистка, кто не артистка. И я так стою рядом с ней, думаю, ой, как нехорошо я попала. И говорю, отойди отсюда, пожалуйста. Она так на меня тоже посмотрела, думает, как хорошо стоим. И говорит, ничего. Так просто. Я говорю, ну отойди, что тебе трудно, отойди, уже прошу. Она говорит, нет, так остается. Я думаю, опять что-то надо делать. И говорят, значит, ну представьте себе, что вам нужно вытирать там окно. Вот вытираете вот этой стороной ладони, а потом, значит, вот это. Ну, чтобы посмотреть просто, до какой степени человек зажат. Потому что зажим, он делает человека вообще каменным, стеклянным, оловянным, каким угодно. Ну, в общем, все вытирали вот такую форточку. Я, конечно, вот от вашей стены той до той, вот у меня была витрина, видимо, где-то в Америке. Потому что я вот так вот. Всем телом, натурально, от стены к стене, я вот так видела. И поскольку я все время перед ними мельтешила перед глаза, то ни на кого внимания нельзя было больше обратить. Те бедные вытирают тебе тихо. А я размахнулась как следует и со всем телом, с употреблением всего тела. Короче говоря, и это я как-то проскочила. Там и в профиль я встала удачно. В общем, все показала, что я могла показать. Удачного, что во мне было, я, значит, это показала. Короче говоря, чтобы сделать историю все-таки короче, я туда поступила, но кандидатом. Но не понимала, что такое кандидат, честно говоря. Мне даже понравилось как-то. Кандидат. Как-то звучит хорошо. Кандидат, депутат. Ну, в общем, какое-то словосочетание такое приятное вполне. Так вот и к чему все это говорю. И поступила я на курс Василия Васильевича Меркурьева. То есть вот этот круг замкнулся, и эта судьба, видимо, тогда мне сказала, Марина, вот тебе фотография, вот тебе кто нужен, купи ее, и дальше ты встретишься с этим человеком. Поскольку я говорю, я считаю, что эта линия жизни, это есть пересечение с чьими-то жизнями, то я имею возможность просто сегодня и рассказать о тех людях, с которыми я встретилась вот в течение этой своей жизни. И вот такая моя первая встреча, конечно, это Меркурьев. И вторая профессиональная встреча, это была встреча с Олегом Далем. И
пробовались на эту роль старой-старой сказки, там несколько актрис уже вполне профессиональных. Я еще училась в институте, я не знала, что такое камера, не знала, что такое крупный план. Была страшно взволнована, естественно. И, видимо, от волнения так наигрывала просто, как обезьяна я просто, я думаю, что там играла. Поэтому, когда Олегу показали мою пробу, в числе других проб, и сказали: Олег Иванович, а вот кого бы вы утвердили на вашу партнершу, вот на эту роль, он, показав на меня, сказал: знаете, Надежда Николаевна, кого угодно, только не эту. Свадьбы не будет. Я зашел попрощаться. Потому что ты меня не любишь, а без этого жизнь не жизнь, свадьба не свадьба. Да. Ну что же ты теперь собираешься делать? Ха, дорог на свете много, для меня годится любая. Ну вот и хорошо. Очень хорошо. Просто замечательно. Ты плакать не буду. Иди отсюда. Ты что тут сидишь? Уходи. Слышишь, убирайся вон. И вот была моя первая встреча с Олегом, о которой меня предупреждали. Говорили: только не влюбись в него, потому что все в него влюбляются, все с ума сходят, двери там гримерных срывают, на нем пуговицы отрывают, потому что он такой-такой-такой, ты обязательно в него влюбишься. Я уже была так готова, что я его прямо не взлюбила еще до встречи, еще не увидев его. И пришел Олег Иванович, и я как-то так зависла и висела на протяжении вот всех наших съемок, не могла от него оторваться. Потому что вообще от него оторваться было невозможно. Галина Борисовна Волчек, которая тут присутствует, я помню, как мы, когда репетировали какой-то спектакль, где играл Олег Даль, она на него так вот смотрела и говорила: вот дурак, вообще не то играет. Но это действительно было вот такое фантастическое, какое-то магнетическое, такое прям противоестественное, такое насильственное обаяние, понимаете? Можно я тебя поцелую? Конечно, можно. А это никакой не сон. Отпусти меня. Женой. Никогда! Ой! Никогда! И, в общем, он для меня олицетворял все. Ну и, конечно же, и театр «Современник», в котором он работал, и куда я мысленно так себя как-то я там себя видела. Как-то бы хорошо, думаю, так сняться, как-то так сногсшибательно, чтобы тебя так заметили, увидели и пригласили. Но ничего меня не пригласили. Никто не заметил. Я работала на Ленфильме еще, в студии киноактера, снималась, да, да. И меня ждала вторая встреча. Это была встреча с Андреем Мироновым. Тоже волновалась, потому что Андрей Миронов уже был тогда звезда, а я только начинала там что-то. И мне сказали: вот Андрей Миронов. И я помню, как я стою вот в этом павильоне огромном. И так вот через всю диагональ этого павильона идет Андрей, который совершенно был не такого изящества, как Олег Даль. Олег Даль дивно двигался, потрясающе пел. Он был, ну просто, понимаете, вот произведение искусства. Андрей Миронов не отличался ни таким, так сказать, изысканностью форм. Он был даже, я бы сказала, некоторым образом полноват иногда. И вот он так вот шел через весь этот павильон, и так как-то летел его вот так вот полы пиджака, отлетали. И такая какая-то походка была вот такая летящая. Я думаю, какая-то походка талантливая. Вот идет человек талантливый. Вот можно идти
и не талантливо. А вот можно вот так вот идти, и ты понимаешь, он еще здравствуй не сказал, а уже вот видно, что он талантливый. И он так идет как-то, мягко так пружинит, и эти полы так отлетают, и волосы как-то разлетаются. И я так стою, и он ко мне подходит, и дает руку, и говорит: «Андрей». И я говорю: «Андрей». В ответ на нервной почве. Скажите, ну как можно выйти из этого заколдованного круга? Ведь мы же все не злые люди, мы хотим друг друга добра, ведь говорят, что они меня любят. Почему же люди так мучают друг друга? И любят, мучают, и не любят, мучают. Вот я веду себя по отношению к вам жестоко, бестактно. Вы хороший, добрый человек, но... Ну, что я могу сделать? Что вы можете сделать? Ну, вы меня любите? Я люблю вас, да. Да, да, а я не люблю вас. И что я могу сделать? И что вы можете сделать? Ну, скажите. Может быть, я как-то сумею заслужить вашу любовь. Артиста очень опасно видеть вблизи. Лучше с ним не знакомиться. Артиста надо держать так немножечко, знаете как. Зрители должны быть на расстоянии от артиста, потому что, как правило, это разочарование. И вот я никогда не разочаровалась, потому что он каждый раз меня поражал своим невероятным отношением к профессии, вот таким уважительным отношением и к профессии, и к себе в профессии. Он никогда не позволял себе... Вот что-то там, знаете, ну, один дубль хватит, ну, два, ну, хорошо, и хватит, три. Андрей Миронов уже, понимаете, а не там Тютькин. Но уже даже режиссер ему говорил: ну, Андрей, ну, хватит, уже прекрасно. Нет, ну, давай еще вот это попробуем. Ну, давайте еще вот это попробуем. Ну, давайте еще это попробуем. И так меня это поражало, восхищало и учило. Я думаю, что вот эти встречи с артистами такого класса, они тебя учат, потому что институт – это еще такой даже не первый шаг, это ты подошел только к этой лестнице, по которой ты будешь либо подниматься, либо будешь спускаться, по ней неизвестно. И потом закрутилась эта вся жизнь, я так мечтала о «Современнике» и все думала, как бы мне туда так вот невзначай попасть. Ну и до меня дошли, конечно, слухи о том, что в «Современнике» на роль Валентины, которую они уже много лет играют, ищут актрису, потому что предыдущая актриса Екатерина Маркова в это время, значит, ушла в декрет. Вообще такая роль была в этом смысле удачная. Одна за другой уходили в декрет, просто как вот, знаете, как начнут играть, так и уйдут в декрет сразу. И тут вдруг раздался в моей квартире звонок. Звонил Константин Райкин, и он мне сказал: вот мы сейчас пробуем актрис на роль ты. Мы бы хотели тебя попробовать. Вот это слово «попробуем» преследует, которое тебя всю жизнь. Мы попробуем тебя. Если вы нам подойдете, может быть, тогда на первую встречу, от которой я тоже долго отказывалась, потому что я делала вид, что я занята, думаю, чтобы он тоже не думал, что, знаете, Костя Райкин, как он меня позвал, я тут же и понеслась. К тому же я его представляла, я его нарисовала, этот облик Кости Райкина по подобию Аркадия Исааковича Райкина, которого... Мы все обожали, и я так себе и представляла, что Константин Райкин, сын Аркадия Исааковича Райкина, высокий, красивый. Я ему только в своих фантазиях разрешила не иметь седую прядь. Да я еще домой должна была к нему прийти, он мне сказал: ко мне домой приходите, мы с вами поговорим, и там режиссер придет и так далее. И я, значит, в волнении еду, лифт, бьюсь в этот лифт, открываю все не туда, куда-то в дверь открываю внизу, не могу открыть на нервной почве. Кто-то говорит: что вы бьетесь, она вообще в другую сторону открывается. Я остановлю записку у меня на каком этаже, что? Я открываю дверь лифта, здесь дверь открыта справа. И вот в этой щели, какой-то вот на такой высоте, какое-то лицо, которое, ну вообще ни к чему не относится. Ну, я говорю: извините, я не туда попала. Он говорит: а я вас жду. И такая улыбка у него такая растянулась, как, знаете, чеширского кота. Такая улыбка, пять зубов, все вот так вот, разные стороны. Еще рост какой-то странный. Джинсы какие-то такие драные, какая-то майка там и так далее. А я думаю, ну мало ли кто там открывает у них дверь, знаете. И он входит, дверь закрывает, и я понимаю, что по всей вероятности это и есть Костя Райкин. Но удивлена вообще всем видом
И как волосы как-то странно. Такая прическа, длинные волосы, так пажеская такая прическа. И как-то как будто на бочок даже она немножко. Думаю, какой-то парень-то совсем. И так как-то двигается, такая у него пластика такая, знаете, такая пантерия какая-то, он так идет, так как-то хорошо так двигается. Короче говоря, мы входим в эту комнату и начинаем разговаривать без остановки сразу. Прямо с нуля. А вот тебе нравится? Да. А тебе не нравится? Нет. Все совпадает. Все абсолютно как по писанному у нас. А он, значит, все время бегает, как-то не садится. Потом, вот так вот сядет и... Ой, каждый раз так. Ой. В какой-то момент вдруг он хватает себя за волосы, снимает и говорит, извини, так жарко, говорит, я... И тут я вижу совершенно бритую наголо голову. Боже, и с волосами, в общем, нельзя сказать, что вы... Но когда без, это сногсшибательная картина. Я помню, как он мне потом рассказывал, как Галина Борисовна, увидев его в таком виде в театре, когда он лысый пришел, бритый, он сказал, ну ты вообще обалдел. Надень что-нибудь на башку, а то вообще в театр ходить не будут. И, значит, смахнула пепел ему на лысину. Значит, и он надел на себя парик, в котором я потом играла «12-ю ночь» такой. Боже правый, защити меня. Еще минуту я признаюсь, что во мне вообще мужского ничего нет. Сэр, если почувствуете, что он будет вас колоть, залезайте наверх. Залезу, конечно. Да! Куда место? Юный джентльмен решил драться. По всем законам чести. Ой. Так, вперед! Вперед! Оп, сюда! Ой! Нет! Нет! Сюда, сюда! Нет! Алин! Не надо! Алин, ты сюда! Алин, быстро! Не надо! Алин! Не надо! Алин! А то, что он вот так вот это вот скакал, оказывается, до этого он снимался в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», где его Никита Сергеевич, естественно, во-первых, обрил наголо. 3 секунды он там на экране обрил его наголо, но Костя из тех артистов, которые, если режиссер сказал, что надо так, значит, это не обсуждается. Ты побриться мог бы наголо, да? Тот сказал, да, конечно. Сразу побрился, Никита ужаснулся, но уже было поздно. Он сказал, мог бы там с обрыва вон там прыгать в горную речку. Тот говорит, конечно. В общем, короче говоря, с обрыва в горную речку, которая мчится со скоростью, там, я не знаю, 80 километров в час, или если не больше, он туда брык, значит, его где-то поймали в низовьях, значит, сетями отловили, потому что его унесло сразу. Поймали, принесли, второй дубль, третий дубль, четвертый, в общем, 3 минуты на экране. В результате бритая голова, значит, и весь в этих фурункулах. Короче говоря, после этой горной реки он получил страшнейший фурункулез и в течение там месяца не мог сидеть ни на вообще ни на каком месте, ни так, ни так, только стоя. Поэтому он прыгал и вертелся вокруг меня. В результате я сыграла эту роль. В театре Моссовета я продолжала работать. В это время меня ж только на одну роль пригласили. В это время я снималась еще в Ленинграде. Таким образом, мой график был совершенно сумасшедший. И я понимала, что я приехала, куда я приехала, в Ленинград или в Москву, только потому что если меня встречают, значит, я в Ленинграде. Если нет, значит, я в Москве. Там бегу на репетицию туда, потом вечером спектакль, после спектакля съемка, утром на репетицию и так далее. Но была счастлива совершенно, потому что это было, может быть, самое счастливое время моей жизни. Так вот, кончилось это тем, что когда меня пригласили на роль еще в «Записках Лопатина»,
И мы репетировали с Валентиновичем Гафтом. И что-то у нас такое не получалось, не получалось. А я глаза не могу раскрыть, потому что я так хочу спать, что я даже ничего не вижу, не слышу. И там такая была удачная мизансцена, что я раздеваюсь так и ложусь на такую раскладушечку. И так я на ней легла и заснула. И проснулась я от того, что Галина Борисовна сказала: «Ну ты вообще обалдела». И опять, значит, стряхнула меня в очередной раз пепел. Сказала: «Ну вообще, ну вы видали? На сцене заснула». Ну и сказала мне... И сказала мне, значит, ты все-таки выбирай, значит, театр, потому что если ты будешь спать еще на сцене, действительно, это, я думаю, что впервые вообще в истории театра я такой подвиг совершил, заснуть натурально, хорошо и даже приятно как-то. И вот таким образом я попала в театр «Современник» и начала учиться там, этой профессии, потому что там было у кого поучиться. Валентинович Гафт и Нина Михайловна Дорошина, и Игорь Владимирович Кваша, и Покровская, и Олег Даль, конечно же, и Волчек, которая играла, хотя редко радовала всех, значит, своими выходами на сцену. И мы однажды встретились с Волчек на... Ну, она очень смешлива, простите, я расскажу. Значит, встретились в спектакле «Записки Лопатина», где Волчек играла режиссера. Опять с сигаретой, как всегда, серьезные глаза, лицо. И Валентинович Гафт, который сидит спиной в зал и лицом к нам. А так построен был спектакль, что нас вывозили на таких больших, таких, знаете, как вот возят на вокзалах, возят чемоданы. Когда много чемоданов, такая большая телега, и нас вывозили как воспоминания Лопатина. Тут Никулин сидит, значит, я и Гафт, и Волчек. Это она сидит. И сразу вопросы о войне. А вот вы когда там были на войне, там, что вы испытывали, там то-то, 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 то-то. Валентинович отвечает, все серьезно. Потом она вдруг говорит: а вот когда вы были в эвакуации, оговаривается, а каждая оговорка на сцене, она смешна до умопомрачения. А Волочка еще оказалась смешлива, невероятно. Как только она это сказала, она... И начала хохотать уже в полный голос. Я следом за ней, значит, начала хохотать до упаду, уже все трясемся. Вот так зритель-то не понимает, что смешного. Потому что ему ничего не смешно. Думает, как странно, приехали, хохочет не станет. Когда минут через 10, а это очень много сценического времени, мы успокоились, а Валентинович сидит, смотрит. Смотрит внимательно, так изуицки. Когда мы уже успокоились и могли продолжить игру, он сказал: так вот, когда я был в эвакуации, и нас увезли. То есть бедный зритель вообще только думает, как странная сцена. Привезли, они тут же засмеялись, не пойми от чего, прохохотали всю сцену, ничего не сыграли, ничего не сказали путного. И их увезли. Хорошенькое воспоминание. Но ты, играя с ним, никогда не знаешь, чего от него ждать. Вот, понимаете? Чего ждать. Поэтому ты все время находишься в тонусе. И он, значит, вот сцена, записки Лопатина. Я играла там его такую любовь, которая случилась у него. И он встретился с этой женщиной. И буквально там 2-3 дня или 4-5 они... были вместе. И там она, моя героиня, говорит что-то о войне, там об отце, о больнице, отец. И там такой текст, я что-то говорю, а он говорит: нет, если вы не хотите, то вы не рассказывайте. А у меня текст: нет, я хочу рассказать, я только думаю, как покороче. И вот доходит до этого места, и я говорю: там война. Он говорит: не, ну если вы не хотите, не рассказывайте. Я говорю: нет, я хочу рассказать, я только думаю, как покороче. Он говорит: не, не надо рассказывать. Не хотите, тяжелый момент, не надо, война. Я говорю: да я хочу рассказать. Уже с интересом на него, совсем с... Я говорю: я думаю, как покороче. Он говорит: а я говорю, не надо. Потому что он разозлился на меня как-то. А я говорю: не надо рассказывать.
Я говорю, я хочу рассказать. И уже второй план ему буквально в глазах. Он читает мой, должен прочитать. Только думаю, как покороче. Он говорит, а я говорю, не надо. Вступил уже со мной в конфликт страшнейший. Так продолжается в течение какого-то времени. И я понимаю, что мы так будем, не надо, нет, расскажу, не надо. Я еще была начинающая актриса, но дерзкая. Сейчас бы, может, я побоялась бы. Там в этот момент мне надоело вдруг припираться, и я говорю, да, действительно, не буду рассказывать. Тут Валентин Ильич заинтересовался, сказал, не, ну расскажите. Уже начал конючить. Я говорю, нет, нет, тяжело, действительно, не могу. Ну расскажите уже, смотрит мне в самые глаза, ну расскажите. Я говорю, нет, я понимаю, действительно тяжело. В общем, я над ним издевалась ровно столько же, сколько он надо мной. Ну и когда сцена двинула. А если бы я не рассказала, там закрывай занавес. Потому что дальше сюжет не идет без этого рассказа. Вы меня остановите, когда вы захотите что-то спросить. Потом также случилось со мной и в кино, в картине «Осенний марафон». Сценарий был написан Александром Моисеевичем Володиным. Там меня ждало еще больше испытаний, потому что, видимо, мой способ работы или моя система совершенно не подходила Георгию Николаевичу. Потому что я, видимо, замучила его своим вопросом. А почему здесь так? А почему здесь вот это? А вот это почему? А это откуда проистекает? А вот психологическая правда? А вот мотивировка? В общем, все вот эти вопросы, которые я задавала бесконечно. И дошло до того, что ко мне подошел однажды Александр Моисеевич на съемки и сказал, Мариночка, Георгий Николаевич просил вот здесь, в этом кадре, чтобы вы смотрели на Басилашвили вот с любовью, с большей. Я говорю, а почему вы мне это говорите, а не Георгий Николаевич? Он говорит, вы только ему не говорите, но он сказал, что я ее видеть больше не могу. Если я сейчас подойду и что-нибудь она опять спросит, я ее ненавижу. Я не могу к ней. Я думаю, боже, я докатилась до того, значит, мне это казалось, что я в глубину все, знаете, копаю. И я к нему вечером пришла в гостиницу и говорю, Георгий Николаевич, я понимаю, что, значит, отношения наши как-то зашли в тупик, но уже я вижу, что если вы уже не можете мне замечать из-за того, что вас тошнит от меня, то что же дальше будет, мы только треть картины вообще снять. Я говорю, вы мне просто объясните только, кто она такая. Вот вы скажите мне, она коза, например, или кошка она, или она собака она, или она птица она, или там, я не знаю, ну, кто? Он говорит, ну, это я вообще не понимаю, какая-то птица какая-то, коза, какая-то корова там, что это, при чем здесь это? Я говорю, ну, мне будет понятно, кто эта женщина. Он говорит, не знаю я ни про какую козу твою это, я не понимаю ничего эти глупости, ну, я не знаю, ну, что, какая она. И дает мне, такая у него маленькая фигурка такая, какого-то непонятного совершенно существа, какого-то зверька какого-то, который неизвестно, кто он. И он так как-то сидит на половинке так попки, и так у него лапки, и он вот так смотрит, такие глаза круглые, и он так как-то смотрит. И куда ты не пойдешь, он как будто сюда смотрит, туда ты пойдешь, он сюда на тебя смотрит. Я говорю, вот это непонятно, все, вот эти глаза и вот этот взгляд, мне понятно, что играть. Кого кромешно угнетает туча? Вопрос. Зачем в воде качать пустой паром? И падать для чего? Везде подучи. Вопрос. Не для кого. На всякий случай. Что? Что? Как бы я хотела, чтобы у нас был ребенок. Зачем? Он был бы такой же талантливый, как и ты. Талантливый не я, это они, а я только перевожу. Ой, он бы тебя так любил, мы бы тебя вместе ждали. Алла, ты же знаешь, я свою жизнь переменить уже не могу. Ну и там была встреча, конечно, с Басилашвили, который... тоже меня поразил своей какой-то невероятной, совершенно в хорошем, прекрасном смысле этого слова, такой дивной наивностью, я бы сказала, и какой-то чистотой, и человеческой, и мужской.
только, наверное, с такой данностью и с таким удивительным вот таким человеческим началом, мужским, какое было у Басилашвили, можно было именно так замечательно сыграть эту роль. И я помню, как мы, значит, снимались в постельной сцене с ним. Конечно, Георгий Николаевич показал до этого, как в постели лежать надо. Значит, он немножко полежал со мной. Потом мы снялись с Басилашвили. Хотя он так, в общем, как-то с опаской так. Не очень ему нравилось так близко лежать. С чужой женщиной вообще, действительно. А мы снимали это в настоящем здании, в настоящей какой-то квартире. Поэтому за окном был настоящий Ленинград. И выяснилось потом, что... оказался какой-то брак технический, что нужно эту сцену переснять. И мы узнаем, что этот дом наполовину разрушен, что осталось только две стены вот так углом, и только лестница, и две стены, и тут фонтанка, прямо вот тут вот плещется под окном. И была зима как раз, так удачно для постельной сцены. И нам в этот угол двух стен поставили кровать. Мы легли, клацая зубами просто, потому что шел снег. Вот тут вот. Стояли люди, человек 20, в тулупах, в теплых шубах, в пальто. Мы в дезобье, значит, кто в рубашке, кто как. Хлопушки хлоп, у нас пар изо рта, видно от страсти. Тогда между нами положили обогреватель, который очень способствовал, значит, этой самой сексуальной сцене связи. Значит, мы лежали, между нами был обогреватель. Нас вполне это устроило, хотя бы какое-то тепло оттуда шло. И пока он не прожег все, матрасы, все насквозь, мы, значит, это даже не заметили. И вот это, я думаю, вот это и есть то, что мы называем этим прекрасным словом, там, кино, или театр, или там, искусство. Вот этот мнимый, воображаемый, фантастический, реальный мир. Прекрасный вид искусства под названием кино. Несколько раз меня так в жизни, не могу сказать, что часто, но несколько раз меня так ошеломлял, так же, как там в картине «Монолог». Я помню, что Авербах очень меня готовил к последней сцене, там у моей героини должна была быть истерика, и он так строил фильм, что последовательно снимал сцену за сценой, не так, как обычно в кино, там в конец, потом в середину, потом в начало. И он говорит, ты сейчас пока то, что играешь, это не имеет никакого значения. Вот последняя сцена, вот если ты ее сыграешь, ты сыграла, если нет, то нет. Ты вообще как, плакать умеешь? Я не знаю, я никогда не плакала, я не знаю, могу я плакать, не могу я плакать, я не знала еще. Ну, в общем, я внутренне как-то к этому готовилась. И когда я пришла на съемочную площадку, то у меня уже такое было, знаете, как, давайте скорее снимать. Я, значит, легла на эту постель, меня надели там рубашку, халат. Я легла, и Авербах сказал, ну, давайте так технически пройдем по мизансценам, просто где там он стоит, где ты лежишь. Короче, ты плачешь, как бы ты плачешь уже неделю. Я говорю, поняла? Давайте технически. Я зарыдала, как безумная, просто. Он так испугался и говорит, нет, подожди, сейчас не надо, сейчас техническая репетиция, что ты, зачем ты сейчас рыдаешь? Не надо, все, все, не рыдай, хорошо, все, заплакала, молодец, отдыхай сейчас, не надо. Я говорю, ничего, ничего, вы работаете, я тоже работаю сейчас. Я опять, короче говоря, я рыдала до обеда, а у них все что-то не складывается. То свет там, то еще что-то, то пятое, десятое. Я все плачу, плачу. Потом пришел обед. Люди сказали, извините, у нас обед. У вас там искусство, может, а у нас обед. Раз, рубильник. Вырубили и ушли на обед. Я лежу вся в слезах, глаза уже вот такие, просто уже икаю. Мне говорят, ты не пойдешь? Мне нет, я состояние держу. Не надо, мне сейчас слезы нельзя терять. В общем, они вернулись, я опять рыдать. В общем, до вечера. Короче говоря, так складывались страшные обстоятельства, по не знаю, ну каким-то тоже, каким-то нечеловеческим, каким-то фантастическим причинам, что мы снимали это неделю. Я неделю рыдала, вся опухшая. Потом мне уже в кино говорили, что
Слушай, грим потрясающий. Глаза вот такие, толстые, нос красный. Вообще, лицо все в пятнах. Дед, это правда? Что? То, что мне сказала мама, что ты был там. Я, наверное, сделал глупость. Но я полагал, что это размолвка, пустая распря. Значит, это правда? Я же верила тебе, а ты как они? Я видеть тебя не могу! Убирайся отсюда! Я видеть тебя не могу! Ты как они? Проходит 3 месяца. И Авербах идет ко мне с каким-то ужасным выражением на лице. И говорит: Марина, я должен тебе сообщить ужасную вещь. Вот та сцена, 3/4 ее в браке техническом. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас переснять. Эмоцию же нужно эту вспомнить, ее нужно восстановить в себе, ее нужно вызвать ее именно на том градусе, на котором она была. Короче говоря, пришли на съемку, павильона этого уже нет, его разрушили, поставили мой диван, на котором я должна была лежать. А тут вокруг мухоморы, избушка на курьих ножках. То есть какую-то сказку уже снимают следующую. И я вот среди этого абсурда и думаю: прекрасный мир, какой дивный мир. Я лежу, мой диван въехал со мной на эту площадку, и я вся в слезах среди этого абсурда, совершенного под названием кино. Ну что ты, дед? Ну что ты? Ты меня не утешай. У меня сейчас все пройдет. И потом дивный мой партнер, восхитительный Глузский, который играл моего деда, с которым у меня была любовь вообще на всю жизнь. И всегда я его называла дедом, он меня всегда называл моя внучка. И тут он приехал мне помочь, потому что снимался мой крупный план. И он ко мне подбежал, меня так обнял, поцеловал и говорит: на тебе яблочко. Я не могу смотреть, ты так плачешь, на тебе яблоко. И вот это яблоко между нами, вот прошло столько лет, и я так это помню в таких подробностях. Вот этот такой ни на что не похожий мир, в котором мы живем, выходя на сцену или на съемочную площадку, он так нас удивляет, завораживает, поражает. Иногда вот так вот нас встряхивает, заставляет пересмотреть что-то, когда говорят там, чего больше в этой героине, вас или ее, вас. Это такое уже наступает какой-то момент, когда вы вот так друг в друга вступаете, входите и уже не можете отделиться друг от друга, вы становитесь неким целым. Это в самом, так сказать, хорошем варианте. Говорить ли мне дальше, или все-таки вы хотите что-то спросить, а? Конечно, в вашей линии жизни большое значение имеет ваша семья. Расскажите, пожалуйста, о ней. Я вообще часто читаю про себя интересные истории в газете. И то писали, что я вышла за какого-то американца, но или там за француза, который хочет жить в Москве, а я хочу, видно, в Париже. Это я с Кириллом, с мужем, уехала, когда он его послали в командировку в Париж, поскольку он дипломат. То, значит, вот мы читали про то, что я вышла замуж за француза. Он уже привык, к счастью, к этим глупостям и уже не обращает на них никакого внимания. Теперь, значит, семейство мое живет в Голландии, а я живу между Гаагой и Москвой, потому что имею такую вот счастливую возможность не уезжать и не оставлять театр, а играть. Поэтому я 20 дней здесь, 20 дней там, а... Значит, мой муж Кирилл – посол в Нидерландах. Так что я послица. Послица, как говорят в народе. Моя дочь учится в Голландии, в Гааге, в Академии, Королевской Академии Искусств. Я ее не пускала в театр, не допускала, не подпускала. Никогда, так сказать, ну, я не видела в ней и таланты, и способности. Я считала, что у нее есть другие способности и другой талант. И поэтому к театру ее близко не подпускала. И я очень рада, что ее
Так отношения с театром остались на уровне «она зритель, а артисты на сцене». Я не буду... Извините, пожалуйста, он работает или нет? Работает. А, Марина сказала. Молодец, что она не дала ей даже задуматься о том, чтобы стать актрисой, потому что я вот, например, всем молодым девушкам, ну, моих друзей, детям, говорю, слушайте, ну вы не будьте такими легкомысленными. А что, если ваша дочка не будет Мариной Неёловой? Я хочу вас поблагодарить за долготерпение, за то, что вы так замечательно нежны ко мне, что вы так меня слушали столько времени, что я вам не давала задавать вопросы, но вы все-таки пробились. Спасибо вам большое.